3.1.0.6.2018, обновлено, 8.13 1 июня 2018 года, 8500 Барнаул, 1 июнь, РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Барнаул. В аэропорту его встречали председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко и первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Томенко встретили в аэропорту. Через несколько минут в Большом зале правительства Алтайского края начнется представление в РИА губернатора. Его представляет полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, сказал собеседник агентства. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в официальной встрече принимают участие депутаты АКЗС, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены правительства края и руководители органов исполнительной власти региона, руководство избирательной комиссии Алтайского края и территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, представители судов, прокуратуры, следственного управления и общественности. Виктор Томенко, занимавший посты исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен в РИА губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Томенко начинал в Норильском никеле. Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края. Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Корнин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.